Котик Персик. Преображение затянулось, но волонтер любит его и таким. Старый, нет ни одного зуба и потрепанный жизнью. Сколько точно ему лет, хозяйка домашнего мини-приюта Людмила Чернецкая не знает. Он достался нам от прежнего хозяина. Сначала он жил на улице, не хотел сидеть дома. Волонтер-инвалид лечила ему уши, рваные щеки, простуду. Только в эти дни его можно было задержать, а потом он вновь уходил. Но вот уже больше полгода он сидит дома и не ходит на улицу, и даже ему, кажется, не хочется этого больше делать. Все получилось как-то само собой. Волонтер не выпускает, а он не настаивает, как было раньше. Сначала все шло вроде бы неплохо. Он хорошо кушал, но в отличие от других найденышей, которые через время становились красавцами, Персик никак не мог преобразиться. Он так и не стал гладким и холеным. Видимо, последствия прошлой жизни. Но женщине не важна красота, главное здоровье. И вот как раз именно оно стало и ухудшаться в последнее время. Он всегда был тихим и спокойным, в основном спал, но сейчас стал сильно терять в весе и совсем пропал у него аппетит. Персик высыхает. Волонтер подозревает, что у него большие проблемы с внутренними органами. Нашего старичка надо обследовать, но это, как всегда, недешево. У нас сейчас много больных животных, которые нуждаются в лечении, и много других серьезных проблем. А каждый поход в ветклинику и обследование – это минимум 2500 рублей. Плюс больше чем 1900 за дорогу требуют таксисты, которых у нас сейчас нет. А бесплатно, к сожалению, ничего не делается. Нам очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогите обследовать Персика. Надо хотя бы сдать кровь, чтобы понять, что с ним происходит.